Всем добрый день! Сегодня мы поговорим о том, как правильно выбрать район для покупки квартиры в Краснодаре. Безусловно, у каждого из нас свои финансовые возможности, цели и требования к социальной инфраструктуре. Кому-то важно наличие школ и детских садов, кто-то планирует купить квартиру для последующей сдачи в аренду, а кто-то попросту хочет перебраться жить на юг. Именно это мы и обсудим в данном видео. Если вы плохо знаете Краснодар или вовсе здесь никогда не бывали, то я рекомендую приехать и пожить здесь некоторое время у друзей и знакомых, возможно, на арендной квартире. Во-первых, вы сможете понять, хотите ли вы вообще здесь покупать квартиру. Во-вторых, у вас будет время лично ознакомиться с районами и жилыми комплексами Краснодара. Мои знакомые вообще подошли к этому вопросу необычным способом. Пока они жили на арендной квартире, супруга устроилась в агентство недвижимости и за 2 месяца умудрилась подобрать себе готовую 3-комнатную квартиру для всей семьи. Как сотрудник агентства, она получила целый ряд привилегий. И платила комиссию, получила доступ к объектам недвижимости. Плюс еще и вознаграждение от застройщика в размере 150 тысяч рублей. Согласитесь, неплохая скидка на покупку квартиры. А самое интересное, что большая часть риэлторов нашей компании, они устраивались на работу ровно с той же целью, для того, чтобы решить свой собственный жилищный вопрос. А вот если у вас нет времени на изучение данной информации, можете смело обращаться в нашу компанию. Мы с радостью подскажем, с каких районов начать поиск квартиры именно в вашем случае. Также обязательно посмотрите следующее видео, где мы расскажем, как удаленно изучить реальные цены на квартиры в Краснодаре. Оно будет особенно полезно тем, кто планирует покупать квартиру самостоятельно. Если у вас остались вопросы, можете писать их в комментариях или мне лично. Все контакты будут в описании под этим видео.